только не флуди, пожалуйста, я тебя помню. А, ой, ой, где мой, а вот мой фильтр, простите. Да, я тебя помню, но готовить я люблю, на самом деле. Пусть я там, я не помню, выложила я сейчас или нет дуэт. По-моему, я случайно выложила дуэт, не помню, идет ли дуэта. Готовить я на самом деле обожаю, просто мне этот звук понравился. Хвостик есть? А вот давай об этом не будем. На все комменты отвечаешь. Ну, которые несут хоть какую-то смысловую нагрузку, то да. На смайлики нет. Где ты живешь? Я из Москвы. Я из Москвы, ребят. Вот. Ну, давайте сразу. Я по всем вопросам пройдусь. Вот, а если что, вы другим людям отвечаете в чате. Смотрите. Это линзы. В них хорошо видно. Рожки я сделала сама из малярного скотча. Можете просто отвечать из скотча. Я живу в Москве. Мне очень много лет. Можете сложить 14 плюс 14, и это получится мой возраст. А зовут меня Оля, для всех новоприбывших, сообщаю. А, вот. А точные животные. А две таксы и один кот. И периодически у меня живет кот подруги, который эпилептик. Ему нужно давать две таблеточки в день, чтобы у него не было припадков. Твой стиль тебе нравится? Да, мне нравится мой стиль. Спасибо за подарочек большое. За пряничек. Вот. Сразу извиняюсь, если там не буду отвечать на вот эти повторяющиеся вопросы насчет клыков и так далее, потому что, ну, это многим уже даже не интересно. Вот, можно что-нибудь поприкольнее меня спросить. Как дела? Дела отлично. Я, честно, я наконец-то в гриме прям чувствую такой подъем, потому что я очень здорово отдыхала всю неделю. Я ездила к подруге на дачу. Мы там очень классно провели время. Но я не знаю, может, вы видели у меня там историю, я ее упоминала. Вот. У нее классный пес, правда, наши собаки не очень дружат. Вот. Потому что у меня кобель, у нее кобель. Вот. Они немного конфликтуют, потому что такие вредные пацаны. А так, в принципе, отлично было. Привет с Бобруйска. Бобруйск! Привет, Бобруйск! И Алтай, привет! И спасибо за огонечек! Чем еще увлекаюсь? Я немножечко рисую, а так я еще люблю залипать компьютерные игры. У меня, кстати, в этом, в Инстаграме есть ссылка на мой стим. Если хотите, можете там добавиться, посмотреть, во что я играю. Может, во что-нибудь сыграть, в принципе. Почему бы нет? Спасибо за панду. А, ребят, при всем уважении, я приветики не передаю, потому что иначе, если я передам один приветик, сразу будут просить передать еще привет. Так что я могу, в принципе, сказать «Привет, там, Казахстан, привет, там, Махачкала», что угодно. Но по именам лучше не стоит, ребят, ну, правда. Сами понимаете, какая вакханалия начнется. Я из Москвы. Да. А, вот. Что на заднем плане? Обои на заднем плане. Я видела, что ты меня в Стиме добавила, тебя тоже добавила. Я прям не ожидала, на самом деле, что у тебя есть Стим. Ты меня приятно удивил. Приветик. О, приветик! Милый котенок написал там приветик. Мне очень понравился вот этот видос про котика. Это прям образ тебе очень пошел. Обернись. Да не хочу я оборачиваться. У меня сзади тук стена, тук-тук. Ау! Я игрок еще тот. О, да. Что на фоне играет? Привет. Сейчас играет... Сейчас я проще напишу в чат, чтобы... Короче, смогли скопировать. Так. Face. True. Вот вам песенка, кому надо, что сейчас играет. Ой, насчет котика я соболезную, но, к сожалению, это будет со всеми. Не очень позитивно получилось, но я 2 года назад пережила очень тяжелые потери, потерю своей таксы. Она очень долго болела, у нее был диабет. В общем, ладно, не будем о грустном. Прикольный, устрашающий стиль. Я не знаю, многие говорят, что я очень
не устрашающая. Я вообще не демон, а демоняшка. Даже клыки, я думаю, нижние не помогли. В КС и в ПАБК я не играю уже давно. И в Раст переиграл уже просто, потому что надоело. Серьезно. Покажи рисунки. Рисунки я могу показать ВКонтакте. Кстати, можете реально, у меня в шапке профиля ссылочка на мою группу. Можете в группу даже не вступать, она так, архив. Вот, куда люди просто свои арты заливают. А там есть переход на общий чат. Можете туда перейти, мы там болтаем, и я, в принципе, могу туда свои старые рисунки и там относительно новые скинуть. Но я говорю, я мало рисую, просто так по фану. У тебя есть код кошка. Выполнять команды. У меня предыдущий код, точнее, родительский, умел выполнять команды, а этот код, который у меня сейчас, я с ним особо не общаюсь. Мы встречаемся на кухне такие. Салам. Еды тебе на, пожалуйста, все, до свидания. Ну, еще у лотка иногда встречаемся. Приветусик, приветусик. Уведомление не приходит про дуэт. Мне приходит уведомление, но я могу честно какие-то дуэты пропускать. Если я никак ни лайком, там, ни комментарием не среагировала на ваш дуэт, отметьте меня в комментариях, пожалуйста, потому что я говорю, дуэтов очень много, я не могу уследить за всем. А ТикТок очень странно, некоторые дуэты просто как будто съедает. У меня не все отображается. Я потом случайно где-то на что-то натыкаюсь. Как, например, видео, вот, которое я снимала. Скажи эту фразу разными интонациями. Вот, очень многие видео я даже не заметила. Я просто по звуку перешла, потому что хотела, ну, посмотреть, что там люди снимали. Спасибо за пандочку. Так вот, и нашла много роликов, которые я просто упустила. Увлекаешься играми? Да, увлекаюсь. Вот мы с ребятами, кстати, ВКонтактике договорились, что в скором времени какой-нибудь выходной выберем и залипнем на Твиче. Ведьмачка третьего будем сидеть, так болтать, чилить там. И я буду это... Акси и Квены. Эй, платва! Воу. Подписан на ВК. Эй! Фортнайт? Нет, Фортнайт я тоже не люблю. Я в последнее время больше по таким спокойным играм. Хотел сказать, как Форест. Там очень спокойно. Но вообще, типа арка, если вы знаете. Вот это динозаврики кормишь, разводишь. Мне очень нравится на PvE-серверах там играть. Сейчас я от арка отдыхаю. Зачем ведьма, когда есть зомби-ферма? В пупк нет, в пупк не играю. Когда 10-часовая версия ГАФ. Если вам правда нужна 10-часовая версия ГАФ, напишите там еще пару комментов, что вам правда нужна, я ее сделаю, так уж и быть, этот ГАФ. Если несколько запросов там будет, так уже быть, я сделаю. А то этих нарезок как-то слишком много. Мне одного вот этого тик-тик-тик котика хватило. Десятичасовую версию, походу, к черту. Да, у меня много часов в арк. Очень много. Какой твой знак зодиака? О, весы. Это страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А это я. Просто я, меня зовут Оля. Приятно познакомиться, я никого не обижу. Это просто грим. Диар. Вот. Блин, когда я говорю «Диа», я все время вспоминаю теперь это видео. У меня вообще маска в ТикТоке не воспринимала вот этот фильтр. Там кивни «Да», «Нет», я просто «Диа, Диа, Диа», вот это. Как я выбесилась вот с этим фильтром, вы себе не представляете. Аватория. Я, к сожалению, не знаю, что это такое. Я помню, когда-то давно, знаете, была игра «Пиратия». Я в нее играла. Еще играла в линейку, в Perfect World, в Warchage. Ой, Варчуху я много залипала. В Сталкер онлайн играла. Все мы знаем, шикарный знак. Я тоже весы. Я весы. О, здорово, как много нас. Очень хорошая мимика. Благодарю. Но это никогда, я, знаете, уработалась, там сонная, почти не спала, я такая. Лицо кирпичи сразу. То есть мимика работает только когда я в приподнятом настроении или когда я в любимом образе. А этот образ мне прям очень полюбился. Не думала, что что-то из этого получится. Но судя по тому, что некоторые люди этот образ себе так легонечко берут, полностью, чуть-чуть, на 100%. Ну, без рожек, правда. Значит, видимо, он правда людям зашел, а не только мне. И это приятно.
Как тебе скорпионы? Я, кстати, никогда не общалась с людьми насчет знаков зодиака. Только была одна девушка, я ее встретила в нет, в Hard World в игре. Она скорпион, и как она долго мне компостировала мозги насчет скорпионов, вы себе не представляете. Ну и про то, что она хочет. О, ладно, это не для стрима, что она там хочет. Ну, хотя она там замужем, у нее ребенок. Но девушка была странная. Где какие вырастила? А, ты про клыки или про рога, простите. Когда твой день рождения? 16 октября. Рождай снежинок. Спасибо за этого человечка. А, краш, я вижу, краш название. Большое спасибо. А сейчас, кстати, секундочку. Это бздынь-бздынь. Вот так. А то что-то я совсем забыла. The Forest. Я играла, я залипала. Прикольная фигня. Я там на дереве всегда пряталась в форесте. Кара, я тебя рисовала. Спасибо большое. Есть дети? Нет, детей нет. Оленька. Оленька. Олень. Пау. В Outlast я, если честно, попаюсь в Outlast. А Outlast я больше люблю смотреть всякие хоррор-игры. То есть я смотрю какого-то Куплинова, Блэка. Вот как они вот играют, мне вот это доставляет удовольствие. А сама я, честно, очкую чуть-чуть. Всякие страшилки играть. Тебе сколько сейчас лет? 14 плюс 14. Поиграю в Майнкрафт. А я, кстати, играю в Майнкрафт. Мне, в принципе, нравится играть в Майнкрафт. Мы иногда с друзьями залетаем в Майнкрафт. Почему нет? Прикольная игра. Паучку. Не надо про пауков. Ребята, вот моя фобия главная. Я ужасно боюсь пауков. Я пыталась перебороть этот страх, но у меня не получилось. Вообще не получилось. Родители до сих пор ржут надо мной. Так, Жорик, а чё ты спамишь? Я тебя сейчас это в бан кину. Пожалуйста, не спамь. Еще один спам и полетишь в бан. А, все, ладно. До свидания. Управление заблокировать. Не люблю спам. И мат, кстати, тоже. Здесь не приветствуется. Нет, я не в Украине, я в Москве. А я и не обещала, что контент будет какой-то разнообразный на самом деле. Мне просто нравится мой образ и нравится делиться музыкой, которая мне нравится. Тавтология. В общем, вот. Надо попроще. Увидел паука, собрал вещи, сменил город. Да, согласна. Согласна. Скоро будет грим для викинга. О, здорово! Обязательно скинь мне потом, что у тебя получилось в инсте. Нам нравишься ты. Когда-нибудь покажешь лицо без грима? Да у меня есть видео, где у меня лицо без грима, в принципе. Спасибо за подписочку огромное. Мне показалось, я на клык намазала себе гримом, простите. Музыку в основном слушаю, если честно, самую разнообразную я музыку слушаю. Это можно посмотреть ВКонтакте. Вот серьезно, такая мешанина, что у вас уши отвянут. Я твой краш. Кто мой краш? Милая Дима наша без грима очень красивая. Я надеюсь, что будешь без грима, прости. Ну, я говорила, если хотите без грима, в принципе, давайте либо на Твиче болтать без грима, либо там, не знаю, я тут другой профиль создам, иногда на последней неделе буду с вами болтать по вечерам без грима. Я все-таки хочу поддерживать этот образ. Типа, если по-тупому, типа, ха-ха, смотрите, демон ведет профиль в ТикТоке. Ей! Хе, ну, это понятно, да? А веру я не обсуждаю, потому что если
Обычно в трансляции обсуждается политика или вера, начинаются нереальные срачи. А зачем нам срачи, если мы можем просто уютненько тут посидеть, верно? Я тоже с Москвы. ВКонтакте будем дружить. А, да, конечно, будем дружить. Добавь меня в стиме. И я тебя добавлю. Простите, я модератора добавляла. Нравится басовая музыка? Да, я еще люблю джаз. Шипишь из-за клыков? Да, а букву Ш у меня свистит из-за того, что мне с детства пытались поставить букву Ш, даже логопеды, и не получилось. Любишь чистоту? А кто ее не любит? А как ты мудрым стал быстро? Я такая тык и поставила тебя. Мне твое видео Гуля нравится, спасибо. Ник в Steam, а Шая Шейк, по-моему, через нижнее подчеркивание. Ну, проще перейти по ссылке из Инстаграма. Вот, у меня в шапке профиля кнопочка на инсту, и там в информации, на инсту не подписывайтесь, ну, редко сижу, можете пройти на мой профиль. Как учишься? Я уже не учусь. Улыбнись. А я постоянно улыбаюсь. Ты с Москвы? Я кому-то тебе написал, кто тебе... Что? Про мой грим. Супер лайтово. Сейчас, Сергей, что-то... О, Настя пришла, привет. А, Сереж, ты про вот этот светлый грим? Мне понравилось. Он, не знаю, такой уютный, атмосферный. Я сначала его не заметила, но такая... Ага, в нашем ряду новенький. Да-да-да. Очень такой аккуратный и миленький. Спасибо за подписки, ребят. К аниме-анимешникам я сама аниме смотрю. Так нормально отношусь. То есть, в принципе, а чё хейтить? Ну, смотрит кто-то аниме. Ну, не смотрит кто-то аниме, но пусть смотрят. Это всё равно, что это... Ты слушаешь Борю Моисеева? Гадость. Нет, я лайтово ко всему вообще отношусь. Нет, Наруто я с детства не смотрю. Я помню, как там Саски ушел, его пытался Наруто вернуть. Там это Сакура все такая, мой Саски ушел, что делать, что делать. Вот это все, что я помню. Все там что-то умирали, не умирали. Этого Хидана, не Хидана, помню. Что-то, ну, короче, такое. На чешском, я не знаю чешский. Спасибо за пряник. Увидел фото без грима. И так классно, спасибо. Зарубежные рок-группы. Тебе нравятся? Блин, их очень много. Правда, перечислять так. Блич я смотрела, ну, так, если честно, как-то не зацепила, я не досмотрела. Черно-белый, потому что у меня сегодня такое настроение, поэтому черно-белый сегодня фон. Покажи себя без грима. У меня в профиле есть видео, можно посмотреть, где мало грима или где... Нет, я не игнорю тебя, слушай, я не видела твоих сообщений. Кстати, TikTok иногда не пропускает некоторые сообщения. Я, например, вот, допустим, Костя, который Ролоки по лайту писала постоянно сообщение, типа, насчет дуэта что-то, оно не пропускалось. Потом писала про совместный стрим, и оно тоже не пропускалось. Я несколько раз разные формулировки его отправляла, оно не приходило к нему. Вот, и это было очень странно, на самом деле. И вот, то есть, ТикТок иногда вот так... Саске, Наруто. Блин, я не могла не прочитать, простите. И вот иногда ТикТок лагает там. Где ты меня напугала, я чуть не обкекалась. О, брат, и бригаду, я все смотрела. Мне 28 годиков, ребят. Я много чего смотрела. Люблю своих подписчиков, конечно, люблю. Единственное, что вот есть некоторые подписчики, которые вот мне пишут, а вы представляете, вот, как у меня примерно выглядят личные сообщения и сколько их там. Я по мере возможности, да, отвечаю. Я не отвечаю, честно говорю, если мне кто-то молча скидывает видос. Ну, у меня просто, я работаю, у меня нет чисто физического времени смотреть видео. Я такие сообщения не игнорирую. Если кто-то со мной хочет пообщаться, задать какие-то вопросы, просить совета, я всегда за. Вот, я люблю всех своих подписчиков, и я стараюсь общаться по максимуму, просто со многими.
Ну, призрак в доспехах. Нормально. Ой, а еще я вспомнила этот цельнометаллический алхимик. Ладно. Все, ностальгируем. Как ты макияж делала? Сидела перед зеркалом, делала. Ну, как-нибудь я это сниму видео или в прямом эфире буду носить его. Просто сейчас, ну, у меня, считайте, неделю не было, даже больше, я то там, то сям. И я не успевала, ну, ни контента никого не сняла, ничего не успевала сделать. И вот пришлось вне стрима быстро сделать макияж, снять несколько роликов. И еще после стрима я продолжу снимать ролики. Вот, поэтому, к сожалению, снять макияж на стриме я тоже не смогу. Потому что у меня впереди очень-очень-очень много роликов, которые нужно снять. Так, если что, если прям очень что-то хочется, чтобы я сняла под какой-то звук, скиньте мне именно звук в личные сообщения сюда, у меня личка открыта. Вот. Если он, в принципе, мне заходит, ну, под контент, то я сниму, это не проблема. Макияж. Какой макияж? 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 Сережа уже там истерит. Она с Москвы! Она с Москвы! Как вы не можете запомнить? Она с Москвы! Да, я с Москвы. Знаете, в каком приложении монтируешь? А, CapCut. Многие сейчас, кстати, используют это приложение. Добрый вечер, Тимонёнок. После посмотрели, не видела. А, это же старая анимеха. Конечно, я смотрела. Как рога приклеиваешь? На клей для ресниц. Корн, да? Стиляга из Москвы. Смотрела кошечка, сидящая на моей голове. Звучит знакомо, но я не уверена. Можно в инсту отправить? Что? Наверное, можно. Ну, просто, если вы про звуки, то каких-то звуков здесь может не быть. Вот в чем суть. Бабушки, родители. Родители нормально реагируют. Я папе профиль показывала. Мы посидели, похихикали. Вот. Ну, я просто живу не с родителями. Вот. Нормально. Знаешь, просто грим. Какое? Никто не смотрел аниме. Ну-ка, поведай нам. У тебя есть кошка? Есть кот. Противный, белый, отвратительный. Его даже на руки не могу взять. Он очень противный. Госпожа, приветик. Здравствуй. Здравствуй. Тебе сколько лет? А ой, много. 14 плюс 14. Вот столько мне годиков. Писи как и не смотрела. Смотрела. Он стоит и ничего не делает. Писи как? Смотрела. Иди работай. Зачем? Время видели? 21:41. Работай. Тебе кинул заявку в Steam. Ну, я прямо сейчас же не могу применять заявку в Steam, сам понимаешь? У меня вот как вот тут вот с вами. Заявка в Steam вот на компьютере. Потом приму. Гарри Поттера. Конечно, я смотрела Гарри Поттера. Гарри Поттер. Я читала Гарри Поттера, ну, смотрела Гарри Поттера. Я ревела, пока читала Гарри Поттера. Я ревела, пока смотрела Гарри Поттера. Я недавно пересматривала всего Гарри Поттера. Да. Я ходила на улицу с гримом, да? Да. Да, выходила. Какая часть Гарри Поттера любимая? Если в плане книг, наверное, «Принц полукровка». Если честно. Блин, насчет Снейпа, я не знаю, это просто такие слезы были. Я помню в школе, когда Дамблдор умер, это было, по-моему, 4 часа утра уже, я хотела дочитать книгу, и я дошла до этого момента, и просто у меня слезы, я до утра лежала, ревела, я под одеяло еще спряталась, причем с фонариком читала. Ой, да, эмоции. Хвост феи. Давай стрим без грима как-нибудь. Ну, в принципе, я говорю, можно на Твиче, либо другой аккаунт я создам. Можем поболтать. Я говорю, я просто хочу этот аккаунт именно посвятить Аняшке-Димоняшке. Привязалась мне эта ваша Аняшка-Димоняшка этому демону, несомненно, демону. Ну и другим образом. Просто на другие образы у меня сейчас нет времени, если честно.
Не хотела знать, чтобы астролог Дамблдор умер. Да, согласна. Я тоже долго в себя приходила, честно говоря. К Ведьмаку как относишься? И к книгам, и к играм хорошо. Да даже к сериалам. Говорить бензин и спички. А-та-та, как грубо. Сожру. Только не надо вот этого Ведьмаку заплатить, и, пожалуйста, демон вас покусает за эту, блин, песню, за эту, блин, песню. Простите. Сталкера играла, и в Сталкера онлайн играла. Как люди на тебя обращали внимание, когда ты выходила? Я только один раз встретила соседа, он ругнулся, испугался, потом меня узнал и такой, ну ладно, ну окей. И в магазин, кстати, ходила, но в магазине вообще никто ничего не сказал. И опять меня узнали, ну потому что я, в принципе, со всеми тут знакома. Чего мы хотели бы, мы бы взлетели. Мне нравится. Я привет не передаю, но мне нравится. Привет, можешь передать? Привет. Привет, можешь передать? Привет. Warcraft. Warcraft все играли. Как ты делаешь такой красивый мейк? Я не знаю, он просто пришел мне в голову, и я его дорабатывала. Можете посмотреть кучу видео назад, как он выглядел в начале. И ужаснуться вместе со мной. Майнкрафт! Давайте, напишите кто-нибудь. Майнкрафт, моя жизнь! Секунду. Простите. Я заметила у тебя большие красивые глаза. Майнкрафт — это моя жизнь, спасибо. Там можно кинуть звук в личку. Если он тиктоковский, то там переходишь на сам звук, и можно именно его скинуть мне в личное сообщение. Не коронабро, нет, не коронабро. Я не буду снимать видео под эту песню, потому что она меня бесит. Но я ее так часто слышу, потому что она у меня, точнее, уже в голове. Майнкрафт — это моя жизнь. Нас не замечают, с какого возраста у тебя растут клыки и рога. Понимаете, вот был тот самый момент, когда я поняла, что письмо из Хогвартса мне уже не придет. Учителя меня туда явно не позовут. Я такая, ладно. И все, и начали расти клыки и рога. Потому что демоны — это нечто вечное. Тебе удобно с клыками? С нижними не очень. Спасибо за подарочек. За сердечко. Трогательная история. Очень мило чихаешь. Все, я не чихала, забудьте. Я не чихала, это произошло случайно. Я это, плюнула в стену. Торчу 10-часовую версию чих. Ну я же даже не в камеру чихнула. Серго, спасибо за огонечки большое. Твои или съемные? Съемные клыки. Я бы, мне кажется, не выдержала с ними. Долго бы привыкала. Ты играешь в CSGO? В CSGO я уже не играю. Давно. Простите, секунду. Я попью. Долго говорить это не мое. Хотя ладно, мое, просто пить хочу. Вкусно. Апекса. Орех. Не-не-не. Спасибо за сердечко. Ой. Спасибо за коронку. Это приятно. Я смущена.
Очень. Ладно. Зрачки маленькие, ты из-за линз. Короновали, да. Короновали и засмущали. Каждой принцесске по коронке. Ладно, грубая шутка, когда вокруг коронавирус. Ха! Черный юмор. Они съемные, все съемное. Клыки съемные, рога съемные. Линзы съемные. Все снимается. И одежда тоже. Ха. Здравствуйте. Хай! Я пошла. Давай, пока. Спасибо. Доброй ночи тебе. Спасибо, что зашла. Полумесяц. Кстати, чат подлагивает. Мне иногда пропадают все сообщения. Ой, спасибо за крашка. Большое спасибо за крашка. Ребята, еще раз повторюсь, приветики я не передаю, простите. Вот. Добрых снов всем, кто уходит спать. Я понимаю, что разница во времени есть, вот поэтому я с 11 часов вечера перенесла время на 9. Вот раз раньше, правда, не получается. Спишь, повернувшись к стенке или наоборот? Я сплю на спине. Просто я кактусик. Все время забываю включить вот это насчет совместного стрима. Вот и Катя совсем не собиралась, извините. Совместные стримы, ребят, я могу провести по... Ну, если заранее мы договоримся с вами. И в выходные, либо в среди недели, пятница, это просто соло. Я играю в соло. Папа, я точно не забеременею, сплюнь, сынок. Так, я не улыбаюсь. Я не улыбаюсь над таким, от такого юмора. Я не... Нет, я не улыбаюсь, все. 10-часовой версии. Хватит. Не будет. Не хочу. Этого не было. А я просто икнула, потому что попила мало. Видимо, не знаю. Что-то такое. Либо это все газики из этой меринды несчастной. О, привет. Привет. Да, я тебя сразу помню. Но сразу скажу, что я тебя помню. Привет, привет. Да. Вот это. Фанатка Насти. Я помню, помню. По-моему, фраза насчет «приезжаю в Дагестан, мы с тобой поиграем в соло» немножечко грубая. Либо я тебя не так поняла. Спасибо за гонячки. В реале меня зовут Оля. У кого-то 5 утра. Ну, блин, извините, что так поздно приходится выходить. О, приветик, приветик, приветик. Юлиана, привет. Потряси волосами. Не-не-не-не-не-не. В карты играю. На даче с мамой дурака на деньги и проигрываю. Каждый раз. Хой-хой. Я видео новогоднее скачала. Хоть у кого-то оно осталось. Я только хотела спросить. Хорошо, что не спросила, я тебя это опередила. Как теперь уснуть? Легко и просто. Берешь и засыпаешь. Там еще у меня в профиле есть такое классное ночное видео, где у меня лицо в темноте полностью. Тебе понравится, прям на ночь. Любимая еда. А вы про какие-нибудь фастфудики или домашнего приготовления? Если домашнего приготовления, то курица карри. Наверное. А, еще я люблю делать, знаете, курицу по-французски, то есть там грибочки в сливочном соусе на курочку, сверху сырочек и запекаешь. Не. Роллы, да, знаете, по настроению в плане вот этих всех заказов, когда как. Любимые шампуни. Так вот, Джумай Сенбай, или как там хочется, я забыла.
Ну ты милая демон. Насчет шампуней, кстати, я вообще не парюсь. Мне вообще какой-то там пивной нравится. Ну, пивной, в смысле, там, как это он так называется, пивной, он просто очень вкусненько пахнет. Привет, привет. Жжаба. Ой, жжаба. Ой, господи, эта песня же была эту дурацкая. Я все лицо спалила. Раньше ведь скрывала. Посмотрю. Настоящий цвет глаз болотный. Сидите и ваши словно дети. Роу, да, можно самой приготовить. Просто на самом деле мне проще что угодно приготовить, даже бургеры, но роллы я очень не люблю, вот это все. Прям как в фильме «Астрал». О, «Астрал», я помню. Мне первая часть понравилась, а последующая не очень. Людей не пугало. Зовут Оля, живу в Москве. Возраст 14 плюс 14. Да-да, именно столько лет. Металл. Даже так сразу не скажу, какой я слушаю. Как относишься к встречам с фанатами? Я об этом не задумывалась. Я даже не думала, что меня кто-то будет смотреть. Да. Но мысль о встрече с фанатами меня немного пугает. Типа, чё, ну я ведь просто сижу с вами, общаюсь. Ну, фанаты меня, в смысле? Встреча с друзьями, прогулка с друзьями. Да тем более, а как это, встреча с фанатами? То есть, многим нет 18, то есть ни в коем не паре посидеть. Даже не знаю. Спасибо всем, кто присоединился и кто подписался. Благодарю от всей души. Привет, привет. В ТикТок как долго снимаешь? Я снимаю с конца августа. Но если прям брать им образ демона, то где-то сентября. Мы тебя будем охранять. Сергей на страже демона. Я люблю тебя. Не раскидывайся такой фразой. Спасибо за сердечко большое. Зачем рога? Потому что это образ демоняшки. Клыки на Алиэкспресс купила за 50 рублей. У меня есть видео про это, где купить линзы и клыки. Ну, кстати, одно из последних. Начала с тобой общаться на эфирах, ты скрывала свой возраст. Да, да, ну я говорила на эфирах, что я скоро его раскрою. Просто было так интересно, как все гадали. Так я его вообще не смущаюсь, не скрываю. Типа, возраст — это просто цифры, ребят. Главное, чтобы человек не говно был. Не важно, сколько ему лет. Мне кажется, я влюбился. Ты не знаешь, какой я негодник на самом деле. Не надо раскидываться такими словами. Здесь животные. Показывать я их не буду, они сейчас отдыхают. А кота я в руки не беру. Мелко еще. Так, нашелся тут. Мелко я еще. Мелко. Кто-то там только расстался. Ой, интересно, интересно. Напишите мне потом ВКонтакте. Я люблю вот такое все. Расскажите, кто там расстался. Все капризы твои вытерпел. О, нет. О, нет. Мне не 16 лет, милый мой. Поэтому ты бы не вытерпел мои капризы. Возраст — это всего лишь цифра, а тюрьма — всего лишь комната. Да. Твоя реакция, если тебя встретит подписчик. Пока есть сугробы, я прыгну в сугроб. Наверное. От неожиданности, от смущения. Оля, это в чатике? А, хорошо. Оль, слишком правильными людьми неинтересно, но опыт был. Это, кстати, согласна. Вот, абсолютно согласна. Мне что-то вспомнилось это. Начни хотя бы курить, ну что ты такой хороший? Рака настоящий? Нет, конечно. Нет, не знаю, что это такое. Прямо сугроб, прямо сугроб. Рогами чпок. Ну, мне кажется, кстати, без макияжа меня мало кто узнает. Потому что я обычно, не знаю, шарфом укутаюсь, очки напяливаю, шапку натягиваю, и все, меня не узнать.
госпожа, мне пора. Пока, спасибо большое, что заглянул. Не пропадай. Мяу. Можно душ... Оставьте свои души при себе. Сбор душ закрыт. Я ценю ваши души. И тем более, чем больше выдержки у души, тем она вкуснее. Тебе кто-то подкатывал из подписчиков? Ну, бывало, но честно, я скажу вот одно, что меня бесит больше всего. Это когда кто-то пишет: «Привет, малыха». Малыха. Понимаете, я ненавижу малыха и заюж. Вот ничего меня так не бесит, как малыха и заюж. Какая нафиг малыха? Какая заюж? Да серьезно, блин. Ха, малыха, заюж. Простите, бомбанула. Картину с моим портретом. Чё ты заказала? Ты с ума сошла? Ой, спасибо за мишку. Чё ты там заказала себе? Ты чё? Какую картину с моим портретом? Алекс, не матерись. Пожалуйста. Первое предупреждение, еще второе будет на третье бан. Спасибо за мишечку большое. Привет, Саня. Это, было же это видео в ТикТоке, как там? А, спасибо, Заюш, не знала. Как-то так. Образ костюм. У меня есть кигуруми, я в кигуруми ходила гулять с собаками и с этими с рогами совсем такими, я думала, никого не будет опять. И встретила прохожего, он просто молча такой пришел. Надеюсь, он был не пьяный. Но если был, то перестал быть пьяным. Привет, малых. Покусаю. Покусаю. Больно, больно. Покусаю сначала клыками, потом баном. Ну, я, кстати, знала, что начнется вот этот трэш насчет малыхи и заюшки, но, ну, просто когда серьезно пишут, а потом личку пишут, ну, что, пойдем кофе попить, а, рогатенько. Я такая однажды это читаю, думаю, ты что, дядя? Ты что, с ума сошел? Что ты вообще? Серьезно? И он был серьезен, правда. Если он был пьяный, могла ему протрезветь. Да, я тоже так думаю. Понимаете, вот мои видео банят за то, что я там вредоносный контент, все дела. Но людей лечу от алкоголизма. Не матерюсь. Вообще прекрасная девушка за мной. А сделай кусь-кусь. 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 Простите. Перебор. А какой у тебя классный голос. Чё за молодёжь? Чё она с собой сделала? Я грим нанесла. И молодёжь 28 годиков. Алмазная мозаика — это... картин, на которые нужно выкладывать кристаллики и получать. О, ну да, я видела, но я ни разу себе не... Чем твой контент вредоносный? А, да не знаю, посчитали, типа, пугающим, ужасающим и... Как там, как? Забыла формулировку именно. Ну, сначала, да, за наготу забанили мое лицо, а потом, когда я апелляцию подала, спасибо за огонечек, мне сказали, что он... А, контент шокирующего характера, вот. С элементами насилия, бла-бла-бла. Ну, типа, восстановлено видео не будет. Вот это новогоднее, где у меня мишура на рогах висит. Мишура на рогах. Вот правда. То есть девушка, которая с микрофоном, а это вовсе не микрофон, это нормально, это ну, там сколько, 200-300 лайков, ну, пожалуйста, это не шокирующий контент, это не порнография, это все окей. А я с рожками, без капельки даже искусственной крови. Бан. Лол. Ну ладно, бывает. ТикТок сломан. Это давно понятно. Спасибо за подписку, ребят.
Сверхъестественное смотришь, смотрела, но когда-то перестал, не помню, на каком сезоне, если честно. Они там все время умирают, воскресают, умирают, воскресают, умирают, воскресают. Так что даже не смогу найти, на чем я остановилась, если захочу продолжить просмотр. Спасибо за огонечек. А зачем ты заказала картину с моим портретом? Я вот этого вот не понимаю все еще. Хаюшки, привет. Можно делать фан-встречи? Можно. Почему бы нет, как-нибудь, когда будет потеплее, ладно. Или, знаете, собраться где-нибудь в Москве, это, не знаю, на Коломенской, там классные горки, покататься там на ёбках, на ватрушках, неважно, на льдянках, на чем угодно. Вот это будет клево. Да, я все еще катаюсь на всем этом, на ёбке особенно. Вижу горку, я такая, опа, и иду, неважно в чем, я просто ищу. Еще по мокрой, рожа довольная, все, и домой. Топ-топ-топ-топ. Люцифер смотрела, обожаю Люцифера. Главный герой это просто. Спасибо за огонечки, сер. Сер. Просто говорю сер. Ютуб, Твич. На Ютубе какая-то фигня, если честно, лежит. На Твиче я пока не. Ну, не бываю. Вот, но мы планировали с ребятами так, как-нибудь на выходных туда залететь. Запустить Ведьмачка. Буду сидеть, болтать со всеми и там. Скакать на плотве. Привет, 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 привет. Ты заказывала накладные клыки на Алике? Да. И не берите себе на 15 или на 19 миллиметров, они реально здоровые. Ну, правда, очень много. То есть, вот эти у меня, вот эти, на 3, сейчас, нижние самые маленькие, а верхние, ну, подлиннее. То есть, 19 это уже очень много, серьезно. Привалиться сделай, помурчи. А я не умею мурчать. Как ты делаешь макияж точь-в-точь? Я, если честно, так, пару раз могу открыть, пока делаю макияж, предыдущие видосы. Спасибо за пряник, спасибо за сердечко. Вот, я открываю предыдущие видосики и просто там сравниваю. Как бы с тем, что получается, и чуть что-нибудь дорабатываю. Покажи тату на руке. Блин, это неудобно. Немножко сейчас. Опа. Опа. Вот так могу. Вот. Опа. Р. Могу так р сказать. От такого спать не буду. Ну, блин, потому что... С Настей уже повесила, будет еще с тобой. Спасибо, это очень приятно. Обязательно мне потом скинь куда-нибудь. Мне интересно вообще посмотреть на это. Ты расстроилась? Мне просто грустно, на самом деле. Я не расстроилась из-за бана, потому что, ну, баны прилетают всегда, всем повсеместно. Мне просто грустно, что это было новогоднее видео, которое я со всей душой делала для вас. Вот, его взяли так, иди нафиг. Вот что угодно могли бы забанить. Ну, не новогоднее же видео. А если еще раз выложу, мне могут забанить аккаунт. Спеть, а я не умею петь. Я бы спела, ну что мне вам уши-то ломать? Потом еще забанят. Что у людей кровь из ушей идет. Я которого забанили на год. Да это вообще капец. Ну поэтому я как бы рисковать не очень хочу. И причем за мат никто никого не банит. Нашлись люди. Р. Вообще, я рычать на самом деле не умею. Замотбает. А на... Я, ну, на трансляциях, да, я про звуки. То есть очень много звуков с огромным количеством лайков, с матом. И то есть... Ну ладно, нормальный контент для детей. А у тебя клыки и рога. А-та-та, нет-нет-нет. А в бан тебя? Фу. Мы тут тиктоком посоветовались, и все, в бан. Спасибо еще раз за сердечко. У меня подарочки. Так, давайте без приказного тона. Пой. Пой у себя в ванной для мамы.
Я злая. Не надо мне приказывать. Грим? Да, смотрела грим. Сначала, если честно, я подумала, что какая-то ерундистика, а потом меня как всосало. Собаки дома. Котик. Грим стирать не буду. Блин, нос чешется. Сейчас я так почешу, что все себе сотру. Девушка Моргенштерна. Молодой он для меня, этот ваш Моргенштерн. Смотрела «Атака титанов». Конечно, как я могла не смотреть? Вообще топ. Из сериалов, что бы советую? Ну, зависит на самом деле от твоих вкусов. В первую очередь. Мохи, пожалуйста, не матерись. У нас тут не матерятся. Так, в любви мне не признавайтесь. Это очень важные слова, которыми нельзя разбрасываться, дорогие мои. Мне, безусловно, очень приятно, но, пожалуйста, лучше скажите это своим родителям или родным для вас людям, если такие имеются. С глазами что, линзы? Мяу! Мяу! Этот язык я не знаю, прочитать не могу, простите. Охая. Нани? Ладно, простите. Спасибо большое за вот эти штучки. Я названий их не знаю. Ой, не разгоняйся так. У меня сейчас рожки отвалятся. Ну, ребят, ну вы чё? Ну вы чё? Ну, за подарки, да. Нет, просто хочется называть каждый подарок своими именами. Вот. Мамочки. Я очень смущаюсь от такого. А, в телефонные игры только в Арчера. Вот. Если игры. Телефонные игры. Простите. Все, я в порядке. Годиков. Ответьте человеку, сколько мне годиков. Я думаю, многие тут знают, сколько мне годиков. Ну, что за краски использую? Я в основном использую матовые помады. На местах, с которыми часто контактирую, вот, или с мелкими деталями, потому что, например, на губы я наношу матовую черную помаду, чтобы не смазывалась, чтобы не пачкалась нижняя губа. Ну куда ты так? Ну что так разгоняться? Ну блин, спасибо за подарки. А для таких масштабных мест, ну типа место закрепления рогов и челюсть, там я использую просто аквагрим Сазон. Я говорю, я себе в группу ВКонтакте тогда составлю списочек, сделаю пост вообще с тем, что я использую. 14 плюс 14. Да, вон мой возраст 14 плюс 14. У тебя нет... Привет, котик. Я прочитала готик. Я думаю, я не кот. А насчет котика привет. Я не могу завтра устроить, к сожалению, стрим. У меня завтра очень много дел. Очень много дел. Хватит ей говорить, что вы ее обожаете по 100 раз, она и так знает. Каждое новое «мы тебя обожаем» меня смущает. Вот, если хотите, на самом деле говорите, но, пожалуйста, не спрашивайте по 100 раз про линзы, рога, зубы и так далее. Про зубы и про линзы у меня есть отдельный видос. Вот, его можно посмотреть в профиле, но не так далеко от начала. Я вернулась. Привет. Где была? Мы тебя обожаем. Обсудим это в чатике. ВКонтактике. Сделаю видео, как я делаю грим. Ну, я думаю, на следующей неделе. Я все время сейчас забываю.
Вот сегодня я хотела быстрее нанести грим и снять ролики, но получилось очень-очень мало видосов. Вот, и уже пора, хоп, надо было стрим начинать. Я прям не поняла, куда время делось, куда улетело. На заднем плане это Lifehouse играет. Кстати, послушайте все песни Lifehouse и не пожалеете. Это настоящий прикид, это все грим. Собаки спят, я не могу показать. Я тебе в Москву подарочек привезу. Если я не буду упарываться с работой, мы с тобой обязательно встретимся. Но специально в Москву ехать, я тебе говорила, не надо. Ради этого. Проще не знаю, Почта России. Да, ты опоздала, та-та, меня зовут Оля. А ты сегодня забежишь куда? К нам в беседу. Конечно, я забегу, но это будет, ребят, я думаю, где-то к часу. Спасибо за Мишку. К часу ночи по Москве, потому что я говорю, я сейчас буду снимать видосы, просто нон-стоп клепать их, чтобы побольше было контента, а не как вот в тот раз, потому что новогодний меня грим настолько не устроил, что я вообще почти ничего не снимала. Вот, но пришлось что-то выкладывать, потому что, ну, типа, раз сняла, простите. Это, как знаете, как работа над ошибками. То есть я сняла несколько видео, я их выложу, а потом к ним в любом случае вернусь. Спасибо за подарочек. Я в любом случае вернусь к этим видосам, увижу, что было не так, а в том макияже было все не так. Вот, и, собственно, как с этим образом, несомненно, вот я буду что-то дорабатывать и дорабатывать. Тут я полностью пересмотрю образ. Как ты ставишь клыки на клей? Вместе с клыками на Алиэкспресс продается полиморфос. Такие, короче, шарики маленькие. В горячей воде они становятся мягкими. То есть чпок-чпок на клык и сразу на зуб, и все, они держатся. Волосы тоже красишь, но передние прядки у меня крашеные, да. Так, 300 километров всего-то, ничего себе, 300 километров всего-то. Представляю выражение лица твоего парня, если он видит тебя такой ночью. Байт на то, чтобы я сказала, есть у меня кто-то или нет. Как будто типа купилась. Народ уменьшается. Не страшно, такое бывает, зато остаются как бы все, кто должен остаться, кому приятно там со мной поболтать и кого я рада видеть. Я не гонюсь за количеством подписчиков, я не гонюсь за количеством людей на трансляции большим. Вот. Главное, чтобы было уютно. И вам, и мне. Друг из него маски лепит. Ого! Сколько же у него пластика. Глинтвейн. А мы, кстати, на даче делали глинтвейн, только, представляете, безалкогольный. И получилось вкусненько. 500 километров пешком ходил. Куда-то столько ходил. Это грим? Да, это грим. Это все смывается. Мяу-мяу. Мяу. Мяу. Вот мяукать я могу. Люда. У своего кота научилась. А цвет глаз у меня болотный, оригинальный. Блин, приятно, что ты лайкнула пост. Это было давно. Скажу мяу. Мяу. Так, что там меня в чатике зовут? Не зовите меня в чатике. Или там кто-то шалит у нас в общем чате. Долго они держатся, пока не снимешь. А собак зовут Байт и Фаби. Но Байт я называю Батон, когда ругаюсь. Где ты клыки купила? У меня есть видео в профиле, можешь перейти посмотреть, где я купила и клыки, и линзы. Очень интересное видео. Сколько снимаешь ТикТока? Я говорила, с конца августа этого года. Не похожа я на Дашу из папиных дочек.
Почему мне все говорят, что я похожа на Дашу из папиных дочек? Наверное, из-за темного макияжа? Но на самом деле не похожа. Вообще. Нет. Нет, я не похожа. Нет, не похожа. Нет. Не надо. Не говори, что я не похожа. Нет, 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 нет. Тогда я уже с таким лицом всегда с вами разговариваю, чтобы точно не была похожа на нее. Поняли? Вот так. Как будто с бородой. Это звали. Я вижу, что не в общем чате звали. Вот я и узнаю, что случилось. Помню, помню, это я писала, это я помню. Не похоже. На самом деле у нас, правда, разные черты лица с ней. Но когда я в гриме, чуть-чуть, может быть, капельку похожа. Это она на тебя похожа. Ну, она первая появилась в своем образе в этом сериале. Да так, люди, работать много. Но это да. Да вряд ли люди наплывут. Я не думаю. Очень мало людей переходят в эту группу ВКонтакте и в нашу беседу. Только все знают, все свои, все свои. Опачки. Абазбек. Иди скачи по горам. Все, подтвердить. До свидания. Так, викингов смотрела? Мало. Мало смотрела. У меня вообще, кстати, времени в последнее время нет. Хейтеров мало. Есть, конечно, но мало. Не просто так же видео забанили, верно? Хейтеры есть, разумеется. Ну как, многие, например, люди говорят, что меня Аллах накажет, а Бог накажет. Ну, верующие. Фанатики. Проще говоря. А почему в Москве скучно? Ну, на самом деле, это просто очень-очень активный город. И все очень-очень угрюмые. Вот на самом деле. Ну, если так в будние дни, там, прокатиться на метро, особенно в час пик, вы поймете, о чем я. Чуть вас не уронила. Девочки, вы упали. Ну, хитер это такое. Может, я, кстати, многих пропускаю и не замечаю. Как-то. Но я замечала мало. Вот. И если что-то кому-то не нравится, я, в принципе, пообщаюсь с этими людьми и все. Вот. Совсем неадекватных вещей мне как-то не писали. Спасибо за подарочек. Что там? I really like this cosplay. Thank you so much. Я, наверное, люблю хорроры. Если про жанры фильмов говорить, любимые, я люблю хорроры. Потому что с детства меня мама сажала рядом с собой, и мы смотрели хоррор. То есть я маленький ребенок, только вышло «Оно», и мы смотрим вместе «Оно». Да. Ну, это я причем не про новое, но вы понимаете. Насчет группы спасибо, если кто-то перешел, подписался. Вот. Ну, сразу говорю, если вы приходите в группе в чатик наш, общий, там надо вести себя хорошо. То есть мы там не материмся, порнографии не раскидываемся, просто общаемся. Поэтому у тебя такой образ из-за хорроров. Кстати, может быть. Но на самом деле такой образ рисовать проще, чем какой-нибудь английский. Мы это уже обсуждали. Но самый любимый хоррор... Знаешь, мне на самом деле нравится вот «Кошмар на улице Вязов», ну, так, в плане ностальгии. «Оно» и... Даже не знаю. Ну, блин, ну это опять же таки ностальгия, дрожь земли. Я в детстве, помню, обожала дрожь земли.
Фредди милый, конечно, милый. Раз, два, Фредди заберет тебя. Три, четыре, запирайте дверь в квартире. Пять, шесть, Фредди хочет всех вас съесть. Да, я девочка. И женщина. Я про старую «Дрожь земли», новые я, кстати, не смотрела. Я работаю в книжном издательстве. Раз в году в Москву езжу к бабушке. А где у тебя бабушка? А где у тебя бабушка? Ну, в Москве живет именно? Гости. Что-то знакомое. Гости. Я помню, «Визит» я смотрела. Прикольно тоже. Ты такой интересный. Нет. А сколько тебе лет? 14 плюс 14. Стрим остановил. Стрим лагает, ребят? У меня просто чат немного лагает. Значит, и стрим, наверное, лагает. Опять? То есть, скажите, есть лаги у стрима? Ну, у кого есть? Напишите. Типа плюсик, у кого лагает. Нет, у людей не лагает. У меня для тебя плохие новости. Это у тебя проблемы. А чат, да. Ну, с чатом у меня такое бывает. Но если человек там от 50 и активно люди пишут, то да. Такое случается, к сожалению. И сейчас нет. Это хорошо. Хорошо. Ну, лагает только у одного человека. Был образ падшего ангела. Красные рога, черные крылья. Ого, прикольно. Ты по улице так ходишь? Нет, ну редко. Иногда нужно, конечно, ну случается, что надо выйти. Но хожу редко. Пока всем, кто уходит. Спасибо, что зашли. Было приятно с вами поболтать. Вот, дорогие модераторы, если вам надо уйти, вы это тут тоже не сидите постоянно. Я вас не держу. Разумеется, вы не должны постоянно тут залипать. О, Вульф. Привет. Волчонок. Пришла. Волчонок, только не спамь. Умоляю, я увидела тебя, что ты тут. А, да, точно, ты же язык проколола. Я помню, ты говорил. Главное, хорошо обрабатывай язык. Вот еще что захотел. Нет, ну я серьезно, просто, ну, то есть не сидите здесь до победного, потому что я понимаю, там всем надо отойти. Вообще там свое время, свои дела. То есть не надо здесь постоянно сидеть. Модераторство вас ни к чему не обязывает, я про это. Сейчас не уйдем. Ну, насчет моих полуночников-то я понимаю, он из чатика. Да-да-да, я заметила. Когда глаза не откроешь, чат все живой, активный. Час ночи, три ночи, там, пять утра, пофиг. Общаются все, сидят, болтают, студии открывают. Спасибо, волчонок. Я это уже поняла давно. Спасибо за подписку, ребят. Все дуэты я посмотрю после стрима. Посижу, посмотрю, отдохну и буду снимать видео. Много видео. Простите. Глоточек живительной влаги. А вредный. Очень вредный. Фу, тепло. Обрабатываю даже. Не надо, мама ругает, скоро средство кончится. Не, ну, полоскать надо, особенно после еды, ну, утром, вечером. Не переусердствуй, конечно, но после еды, вот, главное после еды и утром, вечером. Без грима, милая личика. Спасибо.
Кота укусила. Не кусала я котов. Сколько стоит макияж? Матовая помада рублей 150. Ее хватает гримов на 10 примерно. Если при этом взять аквагрим для основных зон. То есть там, где рога крепятся, для всех теней, там для всего-то всего, для скул. Вот. Тогда хватает довольно-таки надолго. Как попасть в ваш чат? У меня в шапке профиля ссылка на группу, и там есть кнопочка. Чат сладких булочек. Yeah. Спасибо за подписку. Читаешь смски? Какие смски? У кого-то есть мой номер? Сообщения я читаю, но их так много, что я не могу читать их все и сразу. Все, что можно из этого, да, печеное все. Но на самом деле, когда я себе в детстве проколола язык, я пришла домой и думаю, как же я хочу есть. И увидела батон докторской колбасы, порезала его на маленькие-маленькие кубики и просто засовывала в рот. Почти не жуя, глотала. Вот так. Что у тебя за телефон? XR. iPhone. Модератором. Я модераторами делаю людей, с которыми я общаюсь много и давно. Кот вообще смс-ку читаешь? Я сказала про смс-ку, если ты имеешь в виду личные сообщения, я их читаю, но через раз. Но я не смотрю, если мне кто-то просто видосы кидает. Я вот такие сообщения, правда, не смотрю. Я не знаю, что написать. Можешь отправить смайлик, если не знаешь, что написать. Аннабель, да? Аннабель смотрела. Я очень-очень много фильмов ужасов смотрела. Многие названия, наверное, уже забыла, потому что я всегда нахожусь в поиске классного фильма ужасов, но с каждым годом все хуже и хуже становится, честно говоря. Почему же ты не модератор, а ты мне в личку почти не пишешь? Модератор, да? Почему ты не модератор? Ну, тю-тю-тю. Не тебе. Ты игноришь? Нет, я не игнорю. Некоторые ваши сообщения могут не проходить. Спасибо за вот эти блинчики. Спасибо. Аниме, да, смотрю. За сколько и где купила линзы? А у меня есть информация об этом в ближайших видео, вот в моем профиле. Можно посмотреть. Кулончик? Вот он. Ну, вот кулончик. А, ну, это новая, которая... Да, я смотрела. Прикольно. Ну, неплохо вышло. Правда, хорошо. Что-то спина болит, простите. Натанцевалась на даче. Клыки не настоящие. Актив, 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 актив. Я так модераторами не делаю, непонятно, ну, абы кого я не делаю. Если из страшных книг прям, мне нравится Линквиста книга «Блаженны мертвые». Такой приятный хоррор. Можно мне такие? Ты можешь сделать такие рожки из малярного скотча. Почему? Потому что я модераторами ставлю тех, с кем очень-очень-очень много общаюсь. Хотел бы настоящие клыки. В принципе, да, но это дорого и обидно будет, если обломаю. А эти что, 50 рублей потратил, купил новые. Передаю всем привет. Вот это я могу. Я могу передать всем привет сразу, с огромным удовольствием. Целые маски из бумаги. Вау. Круто. Король Шут, нравится? Ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, ни одну. В каких соцсетях ты сидишь? Очень мало в Инстаграме. В принципе, так, 50 на 50 ВКонтакте. Ну, потому что там музыка, все дела. А так в телеге, в телеграме, ну, в плане общения в мессенджере. Про животных видео, ну, у меня там есть что-то.
одно видео, ну, пару видео, где есть Байтик и Фаби. Опять у меня чат завис. Да, завис чат. О, увидела сообщение Наруто. Наруто! Саске! А, все, чат полетел. Наверное, я кучу-кучу все пропустила. Простите. Чего у тебя такие зубы? Потому что это искусственные клыки, и я их наклеила. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Где ссылка на твою телегу? А телегу я Малкому даю. Так, нанесение грима минут 20, вот этого стандартного. Если новые образы, я могу над ними сидеть часами, если честно. Я опять тут. Здравствуй, здравствуй. Я на тебя приписана. Подписана? Спасибо. Клуб самоубийца. Я вам смотрела, слушай. Видео, где ты без грима. А такое видео есть, где я без грима. Группы в телеге нет. Потому что, ну, я не осилю, честно, и чат ВКонтакте, и группу в телеге. Алло. Алло, отлично, да. У меня тут это... Опять зависло все. Вот, вот, кстати, как обычно, если больше часа так с вами посидишь, все, начинается какой-то трэш. С чатом вообще совсем. А зачем святая инквизиция? Я же никого, ничего, нигде, никак, никуда. Ну, какая святая инквизиция? Ну, ты чё меня обижаешь? Зачем? Охая. Охая. Мне в полный рост тут скакать неудобно, если честно, потому что у меня уже тут стена, и максимум, что ты увидишь, это зона моего пояса. Привет, Оля. Привет. Покажи тату, я уже показывала тату. Оля, я же твой волчонок. Да, ты мой волчонок. Ну, фотку можно мне в этот, в инсту отправить. Там личке можно отправить фотки. Рост 173 сантиметра. Опять чатом. Я даже не вижу, как вот эти люди меня пролистывают, заходят, выходят. Я, если честно, вообще ничего не вижу в чате. Так, на случай... Я не знаю, слышите вы меня сейчас или нет, но в чате я не вижу абсолютно ничего. То есть у меня вот как зависло на месте, что кто-то вошел, и все. А я уверена, что кто-то пишет. О! А что такая высокая, а? Нет, я не больная. Так, я весы по знаку зодиака. Кого-то забанили. Кто-то там это. Кстати, уважаемый модератор, если тут пишут, что он обкекался, и этих не баньте. То есть это нормальная реакция, сами понимаете. 10 видео в день в реках меня. Ничего себе. Кто по масти, кто по масти. Я по масти нутелка. Кстати, я просто это... У меня там на заднем плане нутелла стоит. У меня есть на нее планы. Демоняшка. Демоняшка из Москвы. Да, сама грим придумала. Это чисто мой образ. Только мой. Мой. Мое. Оскорбление, да. Нет, но я на всякий случай просто предупредила. Вот. А так пусть кекаются. В принципе, это не страшно. Ой, нет. Блин, надо потом отключить вот эти вообще трансляции. Как сейчас? Ладно, потом.
Образ сказал, просто демоненка. А песню заказывать будем в другой раз. Вообще, я так в один прекрасный день офигею и устрою это. Заказ песен там, за подарочек. Танцуй на костях. Да, смотрю аниме. Да, да, да. О, вижу, слышите музыку, да? Подруга пыталась повторить грим. Если повторяет твоя подруга мой грим, пусть обязательно меня отметит. А то я потом очень расстраиваюсь. Я не против. Честно, если ну, кто-то повторяет мой грим, это прикольно. Ну, правда. Но если это делает молча, это немножечко грустно. Ну, как по мне. Фильмы с черным юмором? Нормально. У тебя тоже стоит нутелка. Прикольно. Спам в чате. Ну да, спам много бывает. Ну что поделать. А, у нее нет ТикТока. Она просто так сделала грим. А ты фотки сделала? Можешь мне в это в инсту скинуть? Если ты ее фоткал. Я буду часто общаться с тобой, хорошо. Я вернулся, кто-то вернулся, здорово. Ну да, черный юмор это классный юмор, да. Но для определенной компании, то есть, знаешь, не настроение. Кстати, скоро мы с вами прощаться так-то. 22:41. Вот. Спасибо за подписочки, ребят. Очень приятно. Рожки подтачиваешь? Нет, они у меня с самого начала моего вот этого, как я грим, вот это начала наносить, они все еще живы, представляешь? Рога из малярного скотча все еще живы. Вот. Вот. Я скоро начну с вами прощаться, потому что, сами понимаете, если у меня по Москве сейчас почти 11, у многих намного больше времени. Многие хотят спать. Вот. А мне еще снимать видео. И чтобы я завтра не была как забытый в холодильнике новогодний малосольный огурчик, который нашли в марте, мне нужно будет с вами прощаться. Нет, у меня трансляции только по пятницам. Каждую пятницу в 21:00 по Москве. Я с вами болтаю. А на следующий давайте что-нибудь прикольное придумаем. Не знаю, страшилки вам какие-нибудь почитаю. Я ночью постараюсь лайки поставить. Не, ну, я никого не агитирую на лайки и на подписки. Вы можете просто заходить со мной болтать по пятницам, не подписываясь при этом. Вот. Мне, как говорится, по кайфу. По кайфу это. Вот. Вообще, лайкайте только, что вам нравится. Если вам что-то не нравится, или если у вас есть какой-то совет, не бойтесь, скажите мне, я за это не забаню. Сколько времени у меня? У меня 22:43. Давайте я нарисую, будет здорово. Еще ты можешь нарисовать, и вообще, если кто-то здесь есть из тех, кто меня рисовал, можете в группу ВКонтакте, у меня там в, ну, наверху на страничке в шапке профиля ссылочка, можете там в альбом залить ваш рисунок, чтобы он не пропал. Мне будет приятно. А то я могу в дуэтах не увидеть его, и очень обидно будет. Вы подумайте, что я такая вот какашка неблагодарная, такая даже не посмотрела, а я просто не заметила. Мне от этого очень грустно. Представляю, что я, скорее всего, что-то могла не увидеть, просмотреть. Или кто-то мог просто снять видео с рисунком, который сделал для меня, и меня не отметил. А я и не увидела. Это как-то печально. Анекдот, пожалуйста. Блин, я знаю, у меня в голове всплыл только один, он очень тупой. Я анекдоты не знаю. Нет, в принципе, могу. Но...
Я говорю, из всех анекдотов я знаю очень-очень дурацкий анекдот. Лет каналу, он с сентября этого года у меня. Ой, в реках попадаюсь. А это, кстати, по-моему, тиктоковский какой-то трек. Я могу прямо сейчас его скинуть это в общий чат нам. Ха. А, его на русский, эту песню на русский перевели. Ну что сделаешь ты там, да-да, как справишься с болью, если вокруг что там, да-да-да-да, кровью. Вот, но это английская версия. Вот, ее закинуть? Сейчас ее закину в беседку. У меня просто это очень древний ноутбук тут стоит. Так. Вот, чатик для сладких булочек. Отправить. Так. Всем пока. Кто уходит. Вот. Опять игнор. Скорее всего, какие-то твои сообщения не пришли, потому что я тебя сообщения не видела. Либо я отвернулась к ноутбуку в этот момент. За подписки. А, группа ВКонтакте у меня в шапке профиля. На лице недолго. Нет. Это буквально там минут 20. Может, меньше всего рисую. Чем больше я привыкаю к образу, вот этому своему стандартному, тем быстрее его рисую. Менять образы, да, буду, но я пока не работала над новыми образами, честно говорю. Новогодний мне не понравился. Но так есть один в плане задумок. Вот. Может быть, я его на недельке реализую и покажу вам. Вот один точно есть, и так, такой прикольный довольно-таки. Может, даже один с половиной, я бы сказала, потому что один такой в стадии вообще разработки-разработки. После стрима буду что-то делать с твоей фоткой. Блин, простите, странно прозвучало. Обрабатываю твою фотку, только не знаю, какую именно. Делай нормальное лицо. А как это нормально? А что такое нормальность? А ты можешь ответить на вопрос, что такое нормальность? А может быть, то, что ты считаешь нормальностью, это не нормальность? Ладно. Простите. Так, и к слову. 22:47. Ладно, я сказала. Я в 55 минут, в 55 от вас уйду, потому что мне так 5 минут на все, на все, на все. Я буду потом снимать видосики. Дядя-дядя. Ну что? О, в Инстаграме подписалась. Обои с ней. Вот насчет живых обоев, кстати, вы меня немножечко смутили. Ладно, не немножечко, а очень сильно смутили. Живые обои со мной. Походу, нормально это так. Сейчас полностью расставлю сейчас. Ой, ужас, поплыло аж. Прошлый стрим закончился на счет 2, так что сегодня на счет 0. Ну ладно, я в конце стрима посчитаю 3, 2, 1, 0, а потом скажу пук и выключу, да? Договорились? У нас с подругой в детстве, в школе, не знаю, какая-то привычка была. Мы всегда вместо «привет» начали говорить друг другу «пук-пук». То есть, не знаю, в ICQ, там, да, было ICQ, там, Квип, Миранда. Ну и потом ВКонтакте мы писали вместо «привет» друг другу «пук-пук». Не знаю, зачем, но это так привязалось, и иногда мы до сих пор так делаем. Уже как лет. Больше 10. 15, наверное, лет. Сколько? История этого грима... Вот именно этого грима историю можно отследить, на самом деле, в профиле. Смотреть одни из первых видео, когда появился вот хоть какой-то грим на моем лице. Вот это его начало. А я просто решила создать себе образ. Образ некого такого милого демоненка. Не совсем пугающего, потому что я понимаю, что чем больше всего на лице, тем больше образ пугающий, тем сложнее его делать. Вот, я хотела сделать что-нибудь такое миленькое,
но цепляющее, запоминающееся. Вот. И что в первую очередь будет нравиться мне. И как-то так я делала. В итоге пришла к этому образу. И я начала такое неимоверное удовольствие получать от того, что делаю, от вообще от съемки. От того, что я там вот это все вот, свою джигу-дрыгу устраивала под любимую музыку. Ну, или под всякие приколы, там, настроение. И, видимо, на то, что я настолько от этого кайфую, как-то это понравилось другим людям. И это меня, на самом деле, очень сильно удивило. Спасибо за подписочки. Вот, извините, что я сейчас чат не читала. Меня прям понесло на поболтать. Так. Вот сейчас буду ругаться. Не надо меня спрашивать разрешения, можно ли снять со мной дуэт. И не надо извиняться за дуэты. Я стараюсь оценивать все дуэты. Может быть, меня там не хватит на комментарии, может быть, там, не знаю, может, у меня комментарии закончатся. Вот. Но я все дуэты смотрю. Не надо за это извиняться. Пожалуйста, никогда. Ох ты, чё, ёжик? Какой клёвый грим. Ох ты ж, ёжик. Сделал свое выражение лица, чтобы я скрин сделал, потом нарисовал. Я не знаю, какое у меня любимое выражение лица. Наверное, такое. Ладно. После стрима жду, как посмотришь дуэт. Я, может, посмотрю вообще дуэт завтра, потому что я говорю, после стрима я попью водички, чуть передохну и буду снимать контент. А в планах очень много контента. Очень много. Ну, разумеется, я все буду в черновики кидать, не сразу выложу. Но чувствую, я буду долго этим заниматься. Вот, так что, если что, если кто-то снял дуэты, я еще не посмотрела, говорю, скорее всего, завтра посмотрю. Я не успеваю смотреть все, их, правда, очень-очень-очень много. Ну, внешку-то да, скинь мне, кстати, это, а то я могу забыть, у меня тут память дырявая. Ну, личку скинь, что там мне посмотреть надо, я посмотрю там на внешку. Опять приперся. Вот ты приперся, а я, между прочим, ухожу, Димочка. Через 3 минуты ухожу. О. Я из Москвы. Я не грустная, я чуть подустала, но я не грустная. Я просто понимаю, что впереди куча видео, которые надо снимать. Ну и при этом у меня на это запал еще есть. Вот. Но я понимаю, что пока я буду снимать видео, потом придется гулять с собаками, и я пойду гулять с собаками, не сняв макияж. Потому что я хочу потом покупаться в ванной. Снимаю макияж. Все, вода, наверное, черная станет. Ну ладно, не станет такого количества грима. Ты без косметики такая красивая, спасибо большое. Как звук собака? Я же говорила, батон и Фаби. Первое, что я сделаю после стрима, это пойду спину разминать. Вопрос. Какой вопрос? Мочи. У тебя есть пару минут. А слушаю. А порода карликовые таксы. Не улыбаюсь, я улыбаюсь по мере возможности. Я просто, знаешь, с очень серьезным лицом читаю чат. Такая, хэч. Жаль, что пришел под конец стрима. Ну, мы просто сидели, болтали, в принципе, как и всегда. Ты особо ничего не упустил, но если что, повтор можно посмотреть в группе ВКонтакте. И ссылка на группу у меня в шапке профиля. А Рыжки настоящие? Нет, конечно, ты что? Мне было бы неудобно с ними жить. На каждом твоем стриме, когда вопрос 20-му кругу идут, я выхожу. А я уже не отвечаю по 100 раз. На одни и те же вопросы. Тем более про линзы и про клычки я видео отдельное сняла на минуточку. А татухи есть? Да, есть татухи. Есть. Рука в процессе есть.
Люди повторно спрашивают вопросы, которые только заходят. Здесь постоянно как бы люди меняются. То есть я, грубо говоря, вам потом покажу скрин, там через трансляцию проходит там 1010 человек за, ну, за весь стрим. То есть вопрос задают те, кто не знает. Вот, например, про образ. Я вот говорила, но это ведь новый человек спрашивает про образ. Вот, видимо, его раньше не было. Вот, образ будет новый, они сейчас у меня в голове, в процессе, но когда я их буду делать, я не знаю, но они как бы наклёвываются и есть. А Дмитрий, а чё ответь? Чё ты кричишь? О, пионер-лагерь «Пыльная радуга» заиграла песня в нашей школе «Стрельба». Шикарная песня. Сало. У меня есть. Нет, у меня, правда, в холодильнике там бабушка передала сало. Прикольно. Опять чат завис. Демон не грустный. Демон, когда серьезный, когда читает чат. Инста и шапки профиля. Я в конце грима начну. Конечно, начинай баловаться гримом. Да не через 5 минут конец стрима. Я же говорила, что в 55 минут выйду. То есть я сейчас должна была уйти. Вот прямо сейчас. На минуточку. То есть я в течение этой минуты с вами попрощаюсь. Сможем ли мы встретиться летом, если я напишу в личку? Да. Почему бы нет? Если я никуда, конечно, не укачу летом. Да. Сможем. В школе стрельба. Плев-плав. Люблю сало. Кого в клинка салом кидать? Ты про Лину? Так, я из Москвы. Вот, я так могу вот так прикосить. Ани ноут. Если бы свободно, то я буду, в принципе. Да, я про Лину. А зачем в Лину салом кидать? Чё ты? Чё он тебе сделал? Чё мне кидать салом? Ладно. Так уж и быть. Чё, профукала я свои 55 минут. Всё. Я прощаюсь с вами ровно в 23 часа. А раньше начинала трансляции, кстати, в 23 часа. Но всё, когда будет 59 минут, сразу мне кричите, я с вами прощаюсь. А чё с тебя все друзья ржут? Приветики заду. О, привет! Нет, клыки не... Ой, опять. У меня уже привычка отвечать насчет клыков, на самом деле. Хотя я такая, не отвечай постоянно насчет клыков, не отвечай постоянно насчет клыков. У меня видео про клыки есть в профиле. Все, всегда буду отвечать. У меня видео про клыки и про линзы есть в профиле. Надо будет еще снять про рожки. Ошипеляю теперь. Да это, кстати, ненадолго. Дня на 2-3. А потом все нормально будет. Так не хочется уходить. Мне тоже не хочется, но я понимаю, что если я с вами посижу еще подольше, мне потом ни на что не хватит, к сожалению. Шепелявлю теперь. А, это я уже читала, я уже ответила. Так, про эту оговорочку. Эта оговорочка останется между нами. Про мой лик. Лик, ребят. Лик. Мой лик. Угу. Фон цветной бывает, просто сегодня было настроение на черно-белый. Вот. А так, да, бывает. Можно даже в группе ВКонтакте посмотреть, там новогодний был вообще такой кислотный синий. Это уже как тот огурчик. Но нет, на самом деле просто напрягает постоянно сидеть вот под лампой, там на одном месте. А потому что я все-таки сижу разговариваю, а не снимаю видосики. Потому что в видосах-то не надо дискутировать, так активно общаться. Go в май. Ну, в принципе, что, в май можно как-нибудь будет залететь. Почему бы нет? Я не против Майнкрафта. Как-нибудь, Уже 59 минут? Как быстро? Мне, получается, надо с вами прощаться? Ладно, я понимаю. Надо прощаться.
таком случае, спасибо большое, что вы дождались. Потому что, да, стримы у меня каждую пятницу, потому что я просто чисто физически не успеваю, не могу и вести в другое время. Вот, а на выходных я часто езжу в гости к родителям. Потому что всегда надо ездить в гости к своим родственникам. Вот. Спасибо большое, что зашли. Огромное спасибо за вашу поддержку. Вот за все подарочки, что вы мне присылали на стриме. Ну, за то, что вы со мной. За то, что вам нравится то, что я делаю. То, что нравится мне. Это очень приятно. Вот. Была очень рада с вами поболтать. Есть какие-нибудь предложения насчет стримов? Может, правда, на улице походить с вами поболтать в гриме. Вот. Можно будет как-нибудь устроить свои предложения. Можете мне ВКонтакте там уже писать. В инсте. Но в инсте, кстати, редко сижу, сразу предупреждаю. Вот. Но, наверное, на улицу я пойду стримить только за определенные плюшки. Нет, ну серьезно, потому что вы представляете себе стримить на улице в таком образе. Ну, а я живу в спальном районе, ребят. Вот. Так вот. Пока. Ухожу отсюда насчет. А, на пук, точно, я говорила, на пук выйду. Итак, 3, 2, 1, 0. Пока-пока. Пук.